Получается, мы написали код на микробит, то есть для того, чтобы с помощью джойстика мы могли перемещать светодиод, то есть свечение светодиода по плоскости. Для этого в коде мы прописали, ну, создали две координаты, то есть обозначили их x, y, наверное, может. То есть вот. Мы сначала импортировали библиотеку MicroBit, потом создали две переменные x и y val, обозначив 0 это плоскость. Затем x и y это chord, то есть это начальное значение по двойке, чтобы он оказался в центре. Затем создали цикл, по которому он должен был по нажатию, получается, ну, в какую сторону мы нажимаем джойстик, он перемещается, это диод. Так, и также мы для него дали значение, для того, чтобы он постоянно появлялся у нас именно в центре. То есть, когда мы сбрасываем нажатие светодиода, нажатие джойстика вот, наверх нажали, опускаем, он появляется снова в центре. То есть, для того, чтобы было проще. Вот, демонстрация. Все. И где циклы дополнительные, которые создали? Нет дополнительных циклов. Он создавался именно в цикле while. Здесь это бесконечный цикл, да? И он указался здесь как картинка. В бесконечном цикле, да? Да. А где это у нас все, реакция на джойстик в коде? Как еще раз? Где в коде реакция на джойстик? видимо, вот read аналог, да? X-вал, Y-вал, да? Вот после while true. И реакция на Y вы имеете в виду, чтобы он... Реакция на джойстик, вот после while true у нас вот read аналог. Он читает, получается, аналоговый просто, сигнал. Да, он просто читает. И в зависимости от него назначает y, X и Y, да? А в Y-корд он, получается, указывает... движение его. Угу. Y-корд у нас берется из Y-вала, да? Да, если поменять значение, он будет... А потом он задается где? Как еще раз? Before pixel и after pixel, да? Там задается, да? Угу. Все понятно. Так. Ну и еще раз покажите, как работает... Можно медленно двигать? На один пиксель можно подвинуть этим? Это немножко сложно, там чувствительность большая. Ага. Вот. И какие провода соединили? End к энду, получается земля к земле, потом питание 5 вольт к 5 вольтам. Получается здесь есть надписи X, Y. Мы подключили к первому порту, получается, X, получается, мы подключили к нулевому порту. Здесь он обозначается как первый. Y мы подключили ко второму. И север-восток, получается, ну, чтобы двигался вот в этих направлениях, мы подключили к третьему порту. То есть здесь он подключается 0, здесь 0, 1, 2, а здесь 1, 2, 3. Ясно. Хорошо.